Ты такая сонная, черничка. Ты такая сонная. Твой дружок Бася до сих пор спит. Да, Басенька? Да. Дождь прошел, спится хорошо, правда? Да, вот так спится. Черника. Ужас. Рой. Рой мух. Итак, всем привет. С вами канал Хуторянин выходного дня. Евгений, Макс, мы не забыли то, что вы нам подарили. Просто каждая бумажка и каждая досочка должна вылежаться. Вот уже вырезан ясень. Вырезан ясень, на который как-то будет приделываться мыжники. Так что все происходит. Все происходит. Мы же думали, что мы уже забыли про вас. И про подарок. Нет, не забыли. Он вот будет теперь всю жизнь напоминать о вашем приезде. Вот сегодня ясенек. Там ясень падает на корню. Жалко такое дерево и падает на корню вообще. Сгнивает, да, там в болоте растет почему-то. Сегодня такое маленькое видео коротенькое. А почему мы пошли? Мы сегодня пилили там остатки дров, которые у нас там были еще с весны. Угу. Ну, остался бензин в пиле. Ну почему бы не сходить, не выбрать? Вот как раз пошли, выбрали. Всем пока. Скоро будет табличка. До новых встреч. Ждем табличку.